молодые специалисты после прохождения профессиональной аккредитации могут работать врачами общей практики, участковыми терапевтами и педиатрами. Новая система дает положительные результаты. Новоиспеченные врачи быстрее получают бесценный опыт, а медучреждение – усиление первичного звена. В этом году к нам принялись на работу 5 молодых врачей, которые в течение месяца стажировались у опытных докторов и до сих пор находятся под контролем у заведующих отделений. Сейчас они работают на терапевтических участках, то есть сейчас на данный момент практически все терапевтические участки у нас перекрыты докторами. Людмила Михайлова окончила Казанский государственный медицинский университет. Практику решила нарабатывать в Анапе. С сентября этого года она работает терапевтом в городской поликлинике. Многие пошли в ординатуру, но не все смогли поступить. Конкурс был очень большим, и мы решили набраться опыта. Так потом проще будет пойти и выбрать узкую специальность, если мы вдруг кто-то захотим. Кто-то может остаться на своем рабочем месте. Пока мне работать здесь очень нравится. Сейчас ни на одном медицинском участке проблема нехватки кадров остро уже не стоит. Штат укомплектован, в том числе и младшим медперсоналом.